Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, интересная коробочка с телефонами. Давайте смотреть. Здесь много интересных моделей. Сейчас будем смотреть. Опа-на! И самая интересная моделька, это Nokia. Не знаю, не помню, работает она или нет. Сейчас мы посмотрим маркировочку. Как данная моделька обзывалась. Обзывалась она Nokia 6290. Сейчас беру аккумуляторные батареи и сразу будем проверять. Ну что, взял я аккумуляторную батарею. Давайте пробовать. Так, клавиатура у нас засветилась. И дальше ничего не происходит. Скорее всего, проблема в шлейфе. Да, телефон не включается. И это очень обидно. Ладно, ничего, будем смотреть. Очень интересная моделька в свое время. У меня такой в черном цвете был и в такой в сером. Погнали дальше. Следующий телефон Samsung. Скорее всего, рабочий. Сейчас будем проверять. У меня нашел еще вот такую АКБшку. Но она вздутая. Не знаю, может работает, может нет. Скорее всего, разряженная в хлам. Так, убираем. Берем черненькую, которую надо тоже подзарядить. Не включается. Обидно. Неужели сел аккумулятор или труп телефон? Скорее всего, труп. Сейчас возьмем вот такой вот Samsung раскладашка. Сейчас мы посмотрим, как он называется. Опа! А тут аккумулятор. А ну-ка. Стоять, бояться, денег не прятать. Не включается. Так, будем все их заряжать. Так, а что у нас по модели? Как называется моделька? X500, по-моему, или X600. Короче, ребят, напишите, если я неправильно пишу, то есть говорю, корректируйте. Да, аккумулятор работает, только мы вставили батарею. Скорее всего, или шлейф, или что-то, вот видите. Или, короче говоря, прошивка слетела, ясно. Ага, вот у него еще битый дисплей. Что-то он высвечивается, смотрите. Скорее всего, рваный шлейф. Вроде он загружается. А тут, видите, были вот такие абрики-кадабрики. Так, ну что мы хотим? Как один мне написал сейчас из новых видео. Зачем вы снимаете эту туфту? Ребят, вы напишите. Если вам не нравится, я не буду снимать и морочить себе голову. Так, далее. Очень красивый Samsung. Вот это были у него сенсорные кнопки. По-моему, X900. По-моему, ребят, я не помню, но сейчас. А, нет, J600E. Позабывал все. Старость не радость. Так, надо на все аккумуляторы, надо на все зарядки. Спасибо ребятам, кто донатит. Если у кого-то есть возможность, внизу в комментариях есть мои карточки. Если у кого-то есть возможность, ребят, скиньте Игорьку деньги для покупки всего. Потому что мне надо начинать все с нуля. Так, я не пойму. Вот это что ли кнопка питания? А ну. Так. Поехали. Да. Отходит АКМ. АКБ. АКБ. Не понял. О! J600E. Insert SIM-карт. Класс. Телефон, конечно, очень классный. Прошивать я их не научился. Но ничего, все впереди. Телефон в идеальном состоянии. Переходим к следующему. Здесь у нас Nokia. Nokia 1112. Самая легендарная продаваемая моделька. У меня они улетали как семечки. Но мы видим, что эти семечки не включаются. И это очень обидно. Да, сейчас проверим на другом телефоне. Так, это у нас моделька называется 2310. Залочена на компанию T-Mobile. А ну пробуем. Так, неужели он... А ну пробуем. Да, 2310 работает. Скорее всего... Сдохший аккумулятор.
Телефон в идеальнейшем состоянии. Сайт T-Mobile закрыли. И поэтому, где я мог брать бесплатные разлучки на вот эти телефоны, уже не получится. Поэтому очень плохо. Сейчас попробуем 11.12. Может, и он запустится. Пробуем. Да, ребятушки. Смотрите, голубой дисплей. Хо, так у него еще и русский язык. Обалдеть. Класс. Находим игры. Выбор. И здесь классная игра «Змеюнька». «Новогра». Ха. Какой-то язык польский, что ли, «Новогра». Или чешский. Короче, работает, ребят. Отлично. Продвигаемся дальше. Так, следующим номером нашей программы. Телефон, ух ты, Моторола. Опа. Ага, но он под компанию Амена. Это я помню, получал, брал какой-то лот. И там были вот эти все аменовские телефоны. Скорее всего, я его оставил из-за корпуса. Потому что думал, может, найду какой-то телефон в плохом состоянии. Поменяю материночки. Тут шлифа, по-моему, были рабочие. Но проверить я не смогу. Тут, видите, блатной аккумулятор. Плюс нету лабораторника. Надо будет покупать лабораторник. Так что, если у кого-то есть лишняя копейка, карточки внизу в описании. Можете помочь Игорю. У кого лишняя денежка есть, скиньте. Это не приказ, это просьба. Так, вот такой вот телефон. Кстати, убегали у меня. У меня был такой в коричневом, в золотом. Сейчас в сером цвете. По-моему, вот не помню, врать не буду. Или он залочен. Знаете, состояние. А, это Водафон. Кстати, Водафон я разлачивал. Вот надо будет проверить. А, у него, по-моему, или шлейф. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, гляньте, какая лапушка. Сим-карта Anything. Ой, ля-ля, какая файна ля-ля. Бомба, ребят, все работает. Гляньте, все кнопочки светятся. Джойстик вообще не убиты. Люблю я такие телефоны. И, кстати, они очень дорого стоят. В хорошем состоянии. Пусть кто не пишет, я купил за копейки. Ребят, я вам рад, дай вам Бог здоровья. Покупаете, находите. Молодца. Ланца дрыца от отца. Далее, что у нас? А52, по-моему, если я не ошибся. Аккумулятор, по-моему, заряжен. Пробуем. Не хочет включаться. Нехороший телефон. Не отключился. Ага, понятно. У него слетела прошивка. Все ясно. Если вот так он циклически блымкает, это болячка этих телефонов. И никуда от нее не деться. Знаете, такая песня раньше была. Далее. Очень классный телефон. Кстати, это не стоковый корпус. Это мененные уже. Такие продавались отдельно пластинки. Кто знает, такая данная Nokia называется Nokia 3210. И залочена она на компанию Deutschland Telekom. Вот написано D1S.L. По-моему, немец. Да, чистый немец. Made in Germany. В очень хорошем состоянии, но нету задней крышки. Вот этой. Где-то она у меня или потерялась, или ее не было, я не помню. Дальше. Nokia 2610. Их у меня было как грязи, я их не знаю, за телефон не считал. Почему? Не обижайтесь, как я, например, Nokia очень люблю и Samsung. Но мне не нравилось вот это вот глянцевое, такое матовое стекло. Напишите мне в комментах, кстати, кому тоже не нравится. И не знаю, какой-то он тихий. Ну, короче, никакой телефон. Просто абыбулоп выпустили, ребята, и все. Нет, кстати, он труп 200-й. Дальше. Ух ты, а что это я нашел? Хо-хо-хо. Ах, вон. Гляньте, в каком состоянии. Вау. Вау-вау. Ну, аккумулятор стопудово дохлый. Да. Надо покупать. Как называется данный кабель? Напишите. Lightning. Правильно, по-моему? Если неправильно, поправьте меня, пожалуйста. Так, дальше. Что-то интересненькое. Смотрите. Телефон от компании Anycall. У него еще была антенна с телевизионной. Вот такой вот стилус.
для того, чтобы нажимать. И смотрите, какой-то интересный аккумулятор сбоку крепления, громкий динамик. Вот не помню, по-моему, камера есть. А вот, по-моему, антенна, то, что я вам говорил. Да, можно было смотреть телек и слушать радио. У него были кнопки плюс сенсор. Кстати, в свое время очень большая продажа этих телефонов пошла. Я помню, на рынках их продавали, кто не знал. Если вот здесь была надпись Nokia, то некоторые приходили и говорят: «Ребят, я такую Nokia купил, какую покажи?» И кто люди не понимали, показывали, это понимал, что это Китай. Я говорю: «Классный телефон». Кстати, их продавалось очень много. Вот, видно, ТВ, радио ТВ, кнопочки, все, что хотите. Дальше. Дальше вот такой мне очень нравился, по-моему, 210-я моделька Samsung. А ну, угадаю, включится память или нет у Игорька. А ну, ребят, давайте смотреть. Да, видите, не забыл, Е210. Очень нравился телефон, хотел в свое время достать в хорошем состоянии. Тут уже есть карточка microSD, по-моему. Да, вот она. На зарядку пальцем ткнул. Сейчас мне скажут, тут была такая стеклянная крутилка. Очень прикольно. Оно включится. Да. Смотрите, какой красавец. Samsung E210. Ставьте сим-карточку. Обалденная. Все работает. Бомба. На украинском языке. Два дисплея работают. Это монохромный черный. А этот вот цветной. Гляньте, ребят. Очень, кстати, красиво смотрится. Потом сделаю на него обзорчик, потому что я давно хотел на него сделать обзор, но так у меня руки и не доходили. Дальше. Ну что еще на сегодня глянем, ребятуля? Давайте, что у нас под боком, что мы не смотрели. Такая вот Nokia. И вот такая вот Nokia. Все. И давайте на сегодня ту вторую часть оставим на закуску. Так, это Nokia, я их постоянно путаю. Анну. 16-16. Не знаю, включится, не включится. Но, по-моему, эти все Nokia трупяковые. То бишь 200. Не, включился. Ха-ха. У него здесь не работало, не было джойстика впереди, ну, кнопки внутри. Работает, ребята. И демо есть, и основы. А ну что основы? Посылка вызова. Далее. Игры. Снейк. Да, цветной змей, ребят. Прикиньте, вы приходили блатной с цветным змеем. Ха. Да, этот джойстик, получается, работает. А этот не работает. Ну, удивил, удивил. Я думал, ты уже умер. А нет. Так, еще какая-то Nokia. Не знаю модель. Не помню даже, что это у нас за моделька. Ну. Так, модель 1017. Не знаю. Но это я покупал на аукционах. Для чего, не знаю. Для обзоров, для чего. Опа, телефон, клавиши зажглись. Черно-белая Nokia. Дратути. Все, все работает. Тоже, кстати, включился. Все, ребятки, вот такой сегодня был обзорчик. Ждем следующую часть по ссылочке. У кого есть лишняя денежка, карточки внизу в описании: Украина, Россия, мир, дружба, жвачка. И у кого есть возможность, переводим денежку, Игорь будет доволен. Ставим пальчики вверх, обязательно подписываемся. Ну и все, комментируем. Всем пока, до новых встреч.